В Мирном ищут пропавшего мужчину. Утром 7 августа 60-летний Александр Евданов ушел за грибами с дачи в районе 3-й обогатительной фабрики и не вернулся. В день пропажи мужчина был одет в зеленый камуфляжный костюм, с собой взял белое ведро, а вот телефон оставил. Александр нормального телосложения, 1,60 м ростом, глаза голубые, волосы темно-русые с проседью. Тем, кто знает любую информацию о местонахождении мирненца, просят сообщить ее по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Местный поисковый отряд ежедневно собирает добровольцев в районе тубдиспансера. Желающим помочь в поисках нужно обратиться по телефону 8 924 171 53 71.